За торговлю криптовалютой без регистрации грозит тюремное заключение на срок до 2 лет или штраф в двойном размере от проведенной транзакции, но не менее 500 тысяч бат, это чуть более 15,5 тысяч долларов. В Таиланде вступил в силу новый закон, который регулирует оборот криптовалют и других цифровых активов. Все, кто занимаются продажей криптовалют, должны пройти обязательную регистрацию в специальной комиссии по безопасности при фондовой бирже Таиланда в течение 90 дней во избежание наказания.